Привет, друзья! Мы с подружкой вышли на прогулку. Кто скучает по РТСу, это для вас. Передаем Соломаршам. Посмотрите, какая красота у наших соседей. Элхамдулилла. Красиво обстригли просто. Просто прелесть. По привычке. Наша красивая, уютная улица. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Вышли с подружкой на прогулку. А может там внутри много комнат? Нет, комнат много, комнат. Второй этаж еще. И там уже огромная маленькая машинка. Красивая. Память освободить себя. Шаерс. Я никак с Владикавказа ролик не сделала. Короткий закидывала. Погода у нас хорошая на РТСе и в Грозном, только чуть-чуть прохладно. Взяли, а? Ветерочек, а? Шортом до вас домаш. Пожалуйста, сколько здесь новых домов. Я вообще, правда, тут не проходила ни разу. И светлый кирпич вас холкули. Фонарики красивые. РТС. Ирчубовчу на Хабарбице. Показываю вам, да, достопримечательности РТС за границей сам. Мрачноватый, правда, но все равно линии интересные, да? Короче, вышли и по делу, и на прогулку. И показываем вам вот такую красоту. Березка, верьте. Что за шланг тут лежит? Елочки мои любимые. Сосна, вернее. Это мы не на Сбербанк вышли, да? На Сбербанк мы вышли. Да? А мне казалось, тот поворот. Видимо, я путаю. Этот тоже как красиво сейчас покажу. Надеюсь, люди будут не против, если я поснимаю такую красоту. Тут так махал. Вадич мялхозабинала. Наверху растут, а тут кругленький шарик. Красота. Нашла. В общем, как я обычно говорю, у нас стройка и еще раз стройка. Через дорогу это ипподромный. Если вдруг кто не знает, друзья. Вот такие елочки. Красота, правда? Люди еще строятся. Сбербанк, Озон, Валберис, там магазинчики, а здесь наши подромные. Здесь много новых магазинов. Суши, бургер. Тут то, что я люблю есть. Старинная штучка.
Ручки все. Обзор нового для меня магазина. Вот это как у меня, только у меня там 5 этих стопочек. Может, они современные, а не старинные? Вот тут и тележки есть. Ничего себе, красота. Всякий пакет на чпиордовке. Осенние мотивы, да? А еще прогулки кестка старая лишила. Посмотри, сколько красоты. Вот это мой дружочек медвежонок. Кошаков видела? Красавчики. В общем, котики это копилочки. Я думала, вазочки. Смотрите, какие свечки. Давай обязательно сюда иду. Денежки. Да. И париться не надо, да? Теплый денечек будет. Идем еще у нас на прогулку. Хорошо поснимаем. Фотки попьем. Кофешки. А сувенирные тарелочки, что остается. Вот, наверное, эти туристы и военные мимо едут. Клет прогрозный. Посмотрите, разные открытки. Помните, как в советское время были такие? Угу. Здесь продолжение. Вот эта красота. Рюкзачки, сумочки. Для малышек, для детей и для взрослых. Там посмотри, где игрушки мои любимые. Ну, шмяу, козаю качельку, что ли. Наверное, там сиденье должно быть еще разноцветные качельки. Голубой велосипед. Тогда я уже с детского возраста выросла. Интересно. Мягкий игрушек шьются, но... Танки. Вот что-то интересное. Больше канцелярии тут, да, канцелярии. Мишки, диски, учебные, наверное, какие-то там. Да. Вот этот магазин канцтовара, где мы сейчас были. Там кондитерская, здесь детская одежда. Хорошая лаборатория, через дорогу Сбербанк, а мы уже пошли домой. Дорога домой, слева ипподромный, справа РТС, красота.